своим шоу кубанские казаки, артисты и джигиты из Абрау Дюрсо подготовились специально для Сочи. А вот многочисленные и фееричные представления этой команды видела не только вся Россия, но и за граница. Главные герои, рысаки, арабы и андалузы, привыкли работать не только на публику, но и на камеру. За их плечами съемки в видеоклипах и даже художественных фильмах. Были и боевые сражения на съемочной площадке телесериала «Тихий Дон». Сюжетную линию «Скакуны-наездники» проведут и на этот раз. Сценарий нового шоу создан по мотивам фильма «Свадьба в Малиновке». Казачий колорит и казачью удаль, кубанские традиции, сватовство и свадьбу артисты демонстрируют с помощью опасных и экстремальных трюков с казацкими саблями и копьями. У нас действительно много опасных трюков, так же, как и падение с лошади, так же, как и горящие препятствия. Так же, как и прыжки через огненное кольцо, через человека. Это все настолько, да, опасно, но мы это умеем делать. Здесь у нас более зрелищно, намного зрелищнее. Здесь у нас работают самые опытные люди, самые опытные наездники, самые опытные танцоры. Артисты конного шоу «Жизнь кубанских казаков» отражают еще и языком песен и плясок. Лихую же скачку на лошади, спортивную и цирковую, с гимнастическими и акробатическими трюками наездницы выполняют наравне с джигитами. Моего коня зовут Воронок. Мы очень долго с ним занимаемся вместе. Мы очень старались, подготавливались к выступлению. Это самый любимый конь. Я его очень сильно люблю. Еще одна звезда шоу – Бен Асил. Это первый жеребец в России, рожденный от чистокровного арабского скакуна. Кстати, подаренного президенту Путину шейхом Объединенных Арабских Эмиратов. Арабский конь в яблоках демонстрирует высшую школу верховой езды. Мы стараемся каждый год чем-то удивить наших гостей, гостей парка, гостей Сочи. Специально для этого шоу была подготовлена арена, которая теперь носит название «Парк-арена». И будет радовать, я думаю, с круглый год всех гостей. Здесь такая очень хорошая атмосфера. Я рекомендую всем, я сам прихожу на все репетиции, всем рекомендую прийти обязательно посмотреть, как это будет. Премьера первого в Сочи конного экстрим-шоу «Кубанские казаки» состоится уже в эту субботу в парке «Арена» парка «Ривьера». Начало в 15 часов. Ну а после – традиционные катания на лошадях. Ольга Десятова, Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ».